Всем привет! Сегодня буду делать небольшой эксперимент со своим телефоном. У меня поцарапалась вот эта камера. Я уже говорила, делала видео, почему я не ношу чехольчики. Ну, вопрос прост. Я все время вставляю в селфи-палку, и мне неудобно. Поэтому у меня вот эта камера, она уже поцарапалась достаточно сильно. Попробую навести, чтобы было видно царапинки под определенным там углом, их видно. Вот я попробую привести это в порядок. Что я буду делать? Значит, мне рекомендовали попробовать зубной пастой или зубным порошком. Я сначала хотела его, но потом вспомнила. У меня же есть вот такая вот паста, замечательная. Я про нее как-то пост сделала. Это корейская такая паста. Кому интересно, я оставлю. Девочка занимается корейской косметикой, она мне ее дарила. От нее зубы вообще полируются идеально. Поэтому я решила, что, в принципе, сама идея хорошая, но я все-таки попробую именно вот эту вот отполировать, вот поверхность с помощью вот именно этой пасты. Так, я беру... Чуть-чуть я ее увлажнила, но она не требует сильного увлажнения. Так, нанесу... Вот так. Дальше. Можно теперь использовать салфетку, которая, ну, специально, знаете, для оптики. У меня есть карандаши. Я думаю, что я ими нашлифую лучше. То есть я теперь пробую отшлифовать. Реально я надеюсь на то, что это мне поможет. Потому что девушка мне порекомендовала, которая занимается фотографией. И она уже как бы так делала. Вот я вижу уже, как стекло начало просто полироваться. Посмотрим. Сейчас сделаем тест. Вот, ну на вид, конечно, оно у меня... Потому что я просто без зубной пасты пробовала начищать. У меня не было такого эффекта при фотографии. Так, теперь еще, знаете, для надежности. Еще салфеточкой этой. Для оптики протру. Ну что, ребятки, насколько здесь видно, ушли царапины или нет? Вот у меня ощущение, что ушли. Сейчас я попробую пофотографировать. Насколько качество фотографии? Вот я вчера делала фотографию, вот смотрите, это я ребенка фотографировала, то есть насколько уже не наводилось у меня... Все мутное получалось. Ну, сейчас попробую что-то сфотографировать. Очень часто фотографирую. Смотрите, как четко все стало. Вот. То есть очень часто еду фотографирую именно на фотоаппарат, знаете, на телефон, чтобы быстро пост сделать. И у меня уже все это было размыто. Ну, как бы вообще вот я довольна. Я считаю, что метод отлично сработал. Спасибо, что вы мне подсказали. И, кстати, вот все-таки рекомендую вот эту вот. Она очень сильная, эта паста. Я ей часто не могу, потому что она действительно, ну, не, это не для ежедневного ухода, но она так классно полирует, просто вообще волшебно. Зубы, аж язык не узнают эти зубы, как они себя чувствуют. Ну и вообще там корейская косметика очень хорошая.